В Анадыре прокуратура добилась взыскания денежных средств в пользу пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников. Подробности далее. Анадырская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению пожилой женщины, признанной потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве. Установлено, что часть денежных средств, похищенных в июне 2023 года телефонными мошенниками у пенсионерки, перечислены на расчетный счет банковской карты жителя Новосибирской области. Анадырский межрайонный прокурор обратился в Венгеровский районный суд Новосибирской области с иском о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения в размере 220 тысяч рублей. По итогам рассмотрения гражданского дела суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано органами прокуратуры.